Ну, посмотрим, посмотрим. Я не знаю, у меня там, что мне не нравится, скинул там то же самое почти. Там только это, одну циферку поменял. Вместо нуля двоечку и все. Так, а что у нас по этим-то, чатик? Ой, ой, как ровненько это будет. 10 этих и 10 этих сердечек. Красиво. Поехали в Solitude, короче. Сейчас сделаем себе бутылок кучу. Кстати, сейчас еще будет плюс 30 хп, чат, плюс 30. Что бутылочки-то соточку дают теперь. Ну это, сладкие. Хорошо. Они 70 как покупные. 950 хп, чат. Ок. А был бы знак воина, была бы 1000. Ну, куда едем? Поедем без остановок. Залезай в повозку и отчасти. Сейчас бы знак воина взять себе. Worth a visit if you've never been. Some of them can seem just as pretty as a lark. Мешает башня. Хотя башня тоже, она не useless. Собственно, из-за башни мы так далеко и зашли, можно сказать. Ну еще из-за карманки. Карманник через башню. Кто бы мог подумать, да? Так, мне сейчас нужно будет еще этих сделать зелье. На Frost Resist. Я же сейчас это... Ну, не сейчас, а вообще сегодня. Как же твой эмпиризма? Так что это? Проваливай отсюда. Дай мне знать, если тебе что-нибудь приглянется. Так, давайте возьмем сразу все, что нам нужно. Так, вересковые сердечки. Мамонтовые сердечки. 10 жемчуга. По 83. Что-то даже не знаю. Дорогой, так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? По 83, даже не знаю, так-то их много все еще. Вивьен, ты не могла бы проверить запас корня мандрагоры? А как он выглядит? Этот корень похож на маленького уродливого человечка. Забавно. Кажется, именно он вчера пытался угостить меня выпивкой. Уху, сколько всего же надо. По 10 сделаем, не знаю. Лайтовенько чисто. Ну, 10 в скобочках 40. 10 в скобочках 40. Гляди.
Спасибо за новости о моей дочери. Так, 4... Нет, 5 огненных и 6 пустоты докупить. А, так значит, ты алхимик? Угу. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Угу. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? Угу. Дорогу, так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты? О, сердечко вересковое, очень хорошо. Блин, что-то еще надо было взять. Именно он вчера пытался угостить меня выпивкой. Стоп. Что-то на броню еще надо было вроде. Сейчас сохранюсь, не помню, как зелье делается это. Здорово, конкистадор. Ага, и... Ну, тогда этот можно добавить, светящийся гриб. На самом деле, все то же самое. Только повышение ХП нужно. Так. Сердце мамонта. Клык саблезуба и... На самом деле, светящийся гриб не нужен, можно любой ингредиент на ХП вроде брать. Так вот, 150 брони, 100 стамины и 100 ХП. Наше зелье. Точно есть, он даже в продаже был, New Ride. Нет, еще не живой. Так, ну эти зелья для себя делаю, если что. Для себя уже. Надеюсь, в один слот сейчас будет, как обычно. Так, нужны эти снежные ягодки. Улети, дементик. Дорогу, погляди. 10 штучек снежные ягоды. Блин, 9. Вот именно 9. Продам. Приходи ко мне, если понадобятся травы или... Ну что, сейчас в красноводку пойдем? Сразу тогда. Дорогу, погляди. Или нет? А, давайте серебряную руку для начала зафармим, потому что нам все равно туда придется идти, будучи вервольфом уже. Ну, чтобы экспу не терять. Спасибо за новости о моей дочери. Так, пресноводка.
на маленького уродливого человечка. Забавно. Кажется, именно он вчера пытался угостить меня выпивкой. Сразу все это добавлю в группу, чтобы мозг себе не делать. Похер, что некоторые зелья бесполезны. Например, кровотечение, резист к холоду. Все не важно. 3-6. 6 зелий, да? Ну-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Небольшой перегруз. Интересно, из-за чего? Может, потому что у меня тут по 100 зелий? Да не, быть такого не может. А, еще это. Драконьи эти. Запчасти. Ладно, все, поехали. Ну, сегодня из опасного, я не знаю, только эбонитовые вампиры, которые могут зароллиться. Да и то, наверное, с булавой, если даже. Если только с булавой зароллиться. Типа у нас под бутылкой 1863 брони будет. Поэтому. Почти 2к, да? Доброе утро. Ну, куда едем? Поедем без остановок? Или хочешь остановиться? Залезай в повозку и отчаливай. Черный камень душ можешь купить в Морфоле у Фалиона. Пожалуйста. Череп тролля убрал. Что значит ваша жертва сошла с ума от этого? Что это за эффект? Кто-то может сказать? Кто не понимает, почему я призываю, перепризываю, потому что это... Если второй раз не сработает, то она на меня сагрится, чтобы второй удар. Thank you.
О. Это был серебряный болт на 40 урона. Ясненько. Ой, куда я спрыгнул? Ты все еще не уверен, стоит ли это на бухле сидеть? Прям хз. Просто, блин, 115 хп теряется. То 15 хп вообще не хочется терять. Здорово, Мадлиночек. Ловушки отбегают, он еще активируется от волны этой, от волн. Я быстренько это к вампирам, пока бутылки действуют, до вампирчика быстренько. Ну, в приют ма этот, в пруд мар его. Я надеюсь, тут две псевдо-ебаняхи не наролятся сейчас. Мне ничего не надо. Вообще ничего не надо. Все, пойдем вервольфа убьем, там это оставшегося внутри. Мы пришли преподать тебе урок. Проблема бухла, что в длинных файтах его очень трудно этого перебафывать. Его нужно ждать, когда оно полностью пройдет. Что если ты заново его нажмешь, оно не бафнется у тебя. Или бафнется, давайте-ка посмотрим. Да, оно не обновилось, видите? Вино тратится, а это баф заново не вешается. Это переделывать нужно. А бутылки просто нажал, и все, они заменились. Ну, так что так, возможно, даже придется на это. На обычной еде сидеть, потому что бои будут длинные.
Басосалка, стоим на месте. Кое-как убиваем вервольфа. 20 секунд. Да ничего там не обновилось. Опять же, еда — это 5 фул рези, 5 всех резистов и один сэкономленный перк в изменении. Если 5 всех резистов фигня, но перк сэкономить на магрезе. Ох, сложный выбор, чат, сложный. С едой просто еще душиться надо тоже. Хотя с вином тоже душняк. По 2 бутылки покупать. Слойки-то по 3 покупаются. Правда, их купить нужно 3 штуки. 3 разных вида. Самому печь тоже хз, там ингредиентов много надо собирать. Да, да, вот в этом и речь. Кто? Киса соболты. Сфера, что ли? Сфера говно. Погребение. Блин, никогда с первого раза не этовается. Спасибо, что спряталась наконец-таки. Сколько надо маны? Кстати, еще вихрь сота можно вешать на себя. Изменение 400. Под бутылкой делаю. С двух рук. Лагает, опять лагает. Вас опять лагает. Заебало уже. Чё нахуй за день, блядь, начался? Ебучий твич, блядь. Кто-то еще может написать? У кого клавиатура есть, напишите. Заебало, блядь, ёбаная хуета. А, F5 нажал, вылетело из игры. Ща переподрублю, блядь.